Буду гость, святой дух Японии, приди ко мне, дай мне симмяугав. Святой дух, приди ко мне. Так, панда, ты там помогать мне будешь, а? Ну я уж что-то забыла, как там надо говорить-то на японском. А, помогай. Я тихо спрошу, я понимаю, что да, прерывать вот это нельзя, я тихо спрошу. А каким чертом вы здесь занимаетесь все втроем? Че это за ом? Эй, ты что мой покой-то нарушил, а? Ёпрасете, Педро, расскажи ему, так что не делать нельзя, и панда тоже расскажи. Ты зачем ворвался в мои покои? Какие твои покои? Это дом, а вот это Антонио и Педро, ты-то тут что забыла? Я ловила здесь, между прочим, духов святых, я общалась с потусторонним миром, это же все-таки Япония, традиции, нужно почитать их и уважать. Ну, кстати, я понимаю, но здесь место для медитации только для Антонио и Педро, они же здесь в этом домике живут, а ты-то тут при чем? Ты пришла, их место заняла, и вот это еще поставила, вот этот домик для медитации, сральник этот. А где мне еще медитировать-то? Все, давай, уходи, у меня тут это, свои обряды. Все, хорошо, так, давай. Извини, что я еще раз тебя прерываю, но может ты все же со мной пойдешь? Я тебе хотел просто кое-что, самый главный секрет Майнкрафта рассказать. Но, слушай, если ты вдруг хочешь тогда помедитировать, то расскажу в следующий раз. Тогда не буду прерывать тебя. Ага, все, давай, пока. Подожди, что за главный секрет Майнкрафта? Я хочу знать. Погоди. Иди дальше медитируй. Я тебя отвлекать не буду, давай, пока. Не-не-не, я пойду с тобой, все, я передумала медитировать, я уже намедитировалась, пойдем расскажешь мне, что там за секрет. А, все же хочешь узнать секрет. Ну ладно, идем тогда сюда за мной. Вот это Педро номер два, этого не трогай, смотри, у него тюльпанчик до сих пор в руке, поэтому его надо обойти, давай, не задень его. Так, иди сюда. Это самое, мы-то комментарии подписчиков вроде как читаем, да, каждый раз под каждой серией? Ну, я лично каждый раз читаю, не знаю, как. Ага. Но подписчики должны быть подписаны на канал, чтобы мы их комментарии читали, да? А по-другому не бывает. Если ты не подписан на канал, то и как бы комментарии ты оставлять не можешь, и читать их тоже нельзя. Подписчики мне в комментах напомнили то, что в Майнкрафте есть вот эта секретная ачивка. Нажми на вот это, нажми на букву L, вот L английскую. Ага, о, что это такое? Это все ачивки, которые мы с тобой выполняли в течение сезона в Майнкрафте. Как ты можешь заметить, еще очень много ачивок мы с тобой не выполнили. Допустим, вот, воспользуйтесь Незером, чтобы переместиться на 7 километров в обычном мире. Мы это делали? Вроде не делали. Потом, доведите маяк до полной мощности. Мы это делали с тобой? И смею предположить, что нет? Конечно нет. И потом, вот это одна из самых сложных вот этих ачивок. Энергетический коктейль. Прочитай, что там написано. Испытайте эффекты всех возможных зелий одновременно. Да это как это вообще? Да это невозможно. Что, гонишь, что ли? Я не буду это невозможно. Если бы это было невозможно, тогда бы этой ачивки в Майнкрафте бы попросту не существовало. Верно? Верно. Все, иди сюда, давай за мной и не умничай. Перед тем, Катя, как стать самыми огромными профессионалами в Майнкрафте, мы с тобой должны выполнить самые сложные все ачивки, которые только в нем существуют. Поэтому я как раз таки к тебе сегодня и обратился. Вот ты мне ответь на один простой вопрос. Кто самая жесткая ведьма в Майнкрафте? Я, конечно же. Я ж Маринку победила. Кто же еще-то? Вот поэтому я обратился именно к тебе, а не к Маринке. Иди сюда за мной. А сейчас ответь, пожалуйста, на второй вопрос. Ты же у нас как бы вот эта Екатерина Ведьмовская. Сколько в общей вот этой сложности в Майнкрафте существует зелий? О, сейчас мы посчитаем с тобой вместе. Смотри, зелье отравления, зелье урона, зелье вот это, удачи. Есть зелье удачи. А, три, да. И зелье прыгучести, вроде... А, еще зелье отравления. А, я уже говорила зелье. Ну, четыре! Четыре! Ты совершенно чуть-чуть не угадала, точно не четыре. Еще вспомни какие-то зелья, пожалуйста. Ну, вот это, ну, взрывное зелье какое-то там есть еще. Вот, точно, взрывное. 16! Не 4, а если мне память не изменяет, 16 зелий в Майнкрафте существует. 16! Иди сюда за мной, быстро!
Сколько? Сколько ты сейчас сказал? 16. И эти, ну, не 16, 13 зелий ты мне сейчас должна скрафтить, чтобы мы с тобой выполнили вот эту ачивку. А ты не хочешь спросить, почему я на тебя с луком иду? А, ну да, почему ты на меня с луком идешь? А потому что какой из тебя учитель, если ты меня всему этому даже не научил и не сказал? Так подожди, так ты же ведьма, а не я. Ты должна вот это все сама знать. Какие 4 зелья? Там 16 зелий существует, а не 4. Это просто ты меня не научил этому. Кстати, познакомься, это Маринка, моя ассистентка. Так я в курсе, кто такая Маринка. Мы с начала сезона выживания с ней знакомы. А что она здесь делает у тебя в заперти в клетке? Ну, она не в заперти, это ее кабинет. Она просто будет помогать мне крафтить зелье, все нормально. Здорово, Маринка. Ну, мы с ней реально давно уже не виделись. А как ты ее сюда затащила? Стой! Поставь обратно со своими зельями, это ненормально, я вот это... Так, короче, Кать, 13 зелий ты мне должна скрафтить. Огнестойкости, прыгучести, скорости, регенерации, вот этого ночного зрения, подводного дыхания, маминой мамы и всего остального, чтобы мы с тобой выполнили ачивку, вот это энергетический коктейль. Так, ну все, тут это тогда надо посмотреть наличие всех ингредиентов. Бутылочки, баночки, все, давай помогай, тащи. Все, давай, жопу руки, побежала быстро, у нас с тобой очень мало времени. Так, значит, зелье прыгучести, это группа зелья, ага, зелье отравления, зелье урона, все тут есть, зелье черепахи. Подожди, это мы что, суп из черепахи, что ли, варить будем? Так, ладно. Зелье ночного зрения и зелье невидимости. Ну, слышно, ну, тут всего лишь 6 зелий и рецептов. Все, больше нет. Ну, значит, надо записать новые рецепты. Давай, бери и записывай. Дальше у нас идет тогда зелье скорости и зелье огнестойкости. Это еще плюс 2 зелья. Давай записывай. Так, сейчас открываем книгу. Давай, диктуй зелье. Огнестойкости. Оно вроде делается из сифритового стержня или из огненного порошка, я не помню. Но что-то одно из этих двух. Так, из чего-то там, короче, делается. Ага, давай дальше. Зелье скорости. Делается из сахарочка белого. Так, белый сахарочек. Ага, давай дальше. Ну, зелье ночного зрения, зелье подводного дыхания, зелье медленного падения и зелье всего там остального, что еще существует. Кать, ну у нас мало времени, собирай ингредиенты, давай быстро не варить. 13 зелий нам надо. Все, я все записала, все, что смогла. Там проверь, что написано, я пошла. Сейчас надо все собрать, это ключи, лапка, сахарочек. Подожди, это я записывал, так, зелье огнестойкости, чего-то там, короче, делается. Зелье скорости, белый сахарочек. А ты уверена, что ты все правильно записала? Я старалась прям точно записывать. Так, золотая морковка, сейчас. И маринованный паучий глаз тоже не забудь, он нам тоже пригодится. Так, это паучий глаз надо с сахаром совместить, сейчас все сделаем. Так, зелье отравления нам пригодится. Это берем, урон нам не нужен, исцеление не нужно, прыгучесть, невидимость, регенерация, это все нужно. Это все забираем, и четвертый... Кать! У нас зелья прыгучести нет, вот это кроличью лапку, вот это найди где-то, сейчас надо будет срочно скрафтить его. Так, сейчас, подожди, я тоже зелье делаю на рост из незера пошел, ага, сейчас потом еще золотую морковку добавим и порох, отлично. Золотая морковка и порох, это ты ночное зрение, да, делаешь, я все правильно понял? Все верно. Так, ну давай я тебе тогда помогу, тоже пару порохов возьму, это у нас зелье скорости ты скрафтила, молодец, а здесь у нас зелье силы скрафтила, тоже молодец, это сколько нас уже зелий получается, это 3, 6, еще 7 нужно обосраться. Зелье прыгучести давай быстро с тобой сделаем. У нас нет кроличьей лапки, я посмотрела. Ага, ну у нас же есть сарай, а в сарае есть кролики. Я сейчас пойду туда, зарубашошу пару крольчатинок и притащу тебе обратно вот эти кроличьи лапки. Ты пока все там подготовь, чтобы зелье прыгучести сделать, хорошо? Ты там берега случайно-то не попутал, а? Какие кроличьи лапки зарубишь-то, а? Это наши кролики, пошли в пустыню, нормального приведем, ненужного. Да на кой черт нам в эту пустыню топать за 99 земель куда-то туда? Да это сейчас полчаса туда добираться. Да мы сейчас просто сюда пойдем, кроликов кокнем и все. Они же здесь у нас где-то должны быть вроде, нет? Так, вообще-то у нас кролики вон там на этих сотах лежат. Да ты не помнишь, мы кроликов оттуда перетащили, когда мы этот сарай построили, там никаких кроликов нет. Погоди, а где кролики? Так они же здесь были все время! Вот здесь, в этом маленьком загончике, здесь 3 кролика были! Куда они пропали?
Скажи честно, ты их уже убил, и у тебя 3 кроличьи лапки, да, в инвентаре? Скажи честно, ты случайно их на кроличьи рагу не пустила, пока я ночью спала, ты сжрать захотела, а? А, блин. Точно, кстати. Ну, я кушать очень сильно хотела, да, я сделала кроличье рагу. Да, и что? Да, и что ты мне сделаешь, да? Ладно, все же, значит, сейчас придется топать в пустыню, давай быстро. Главное, под сердечком пролетай, главное. Ага, я уже загадала пиццу себе. И в следующий раз, когда будешь крольчатину ночью хомячить, хотя бы меня разбуди и спроси, не хочу ли я перекусить посередине ночи, хорошо? Я тебя будила, ты вообще спал как сурок, поэтому я одна все съела. Ага, вот так значит меня будила, если я не проснулся, а вот и крольчатина рубососим каждого! А сколько нам лапок-то нужно, чтобы мы по 20 раз сюда не возвращались, а? Так, а для зелья одной хватит. Подожди, а как вообще лапки добываются? Мне же шкура только выпадает и мясо кроликов, а как лапки добыть? Ну, насколько мне известно, там процент очень маленький выпадения лапки. Да? Ну давай. Все, выпало, выпало, выпало! Ну, одна лапка из 3 кроликов! Это какой там шанс мизерный должен быть на эту лапку? Так, ну все, забирай ее и лети домой. Так, это у нас есть, у Кати там 3, это получается 6. Сейчас сделаем прыгучесть, это получается 7. Ты что-то тут сделай еще, пока меня не было. Кстати, на, держи, я тебе лапку принес, давай. О, отлично. Короче, я сделала уже зелье черепашечьей силы и зелье огнестойкости. На, забирай и в общую копилку. Сейчас будем делать зелье прыгучести. Так, давай зелье прыгучести. Тогда я все складываю вот в этот вот сундук нижний. Так, у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5 уже зелий есть. Тогда я забираю вот эти здесь, каждый по одному. Это уже получается 8, Кать! И еще 5 осталось, ровно 5. А каких там еще зелий не хватает, а? Ну, мы сейчас у Маринки спросим. Не зря же она на меня ассистенткой работает. Маринка, это самое, расскажи нам, какие нам еще зелья надо сделать, а? Я что-то забыла. О, ах ты! Она говорит, зелье это подводного дыхания еще. Как тебя закрыть, блин, бесишь. Точно, Маринка, спасибо, прям закрой ее обратно. Подводного дыхания нам еще не хватает. Ну, давай тогда делать быстрее. Давай, как это закрыть-то ее, а? Я не умею. 10 штук у нас есть. Но я что-то вообще не могу вспомнить, а чего нам еще не хватает, да? Так, ну подожди, ну давай пройдемся сверху до ног, как говорится. У нас это отравление, это на все организм действует, вот это вот черепашечья сила, это тоже не то, огнестойкость, это зелье силы, да, вот это. Подожди. Ночного зрения есть, глаза есть, ага. Слушай, а негативные зелья у нас есть там какие-то? Там же вроде вот это должно быть. Есть скорости, а есть наоборот замедление. Подожди, замедление? Зелье усталости и зелье замедления. Это еще 2 эффекта. И последний какой-то остался. Какой последний? Подожди, я знаю. Ну я же ведьма. Я все знаю. Подожди. У нас есть вот это зелье, вот это есть тоже. Смотри. Чисто по логике. У нас есть зелье прыгучести, да? А если мы высоко прыгаем, то мы можем упасть и разбиться. А чтобы не разбиться, нам нужно... Это как это называется? Это, ну, на перышке, когда падаешь, мягкое. Это плавленый сыр! Не плавленый сыр, а плавного падения! Ну точно, оно! Его не хватает! Ты же у меня гейниша, настоящая гейниша! Точно не хватает усталости, замедления и плавного падения! Ну чё ты стоишь, смотришь, пердишь, ты же ведьма, иди крафти! Да ты чё на меня смотришь, это в штаны пузыришь, давай тоже иди делай! Всё, давай тогда быстро, я крафчу плавное падение, ты всё остальное, давай! А, прикольно придумал. Добавляем фантому мембрана. Чего ты сейчас сказал? Фантому мембрана добавляем. Мембрана фантома, ты! Ну или так, там не суть, это не столь важно. А после фембраны мантома добавляем порох. И сейчас у нас взрывное должно получиться, и все. Ты все остальное сделала, показывай давай. Смотри, вот здесь у нас взрывное зелье слабости. Одно забираем. А вот тут взрывное зелье замедления. Все готово. А, молодец, это тоже забираем. И здесь у меня скрафтилось зелье плавного падения. Ну все, Катюха, тогда все... Все, идем кокаться. Не идем мы никакие кокаться. Подожди, тогда я забираю половину зелий, а ты другую половину зелий забирай. Главное, не просри их, и я тебя прошу, тебе нужно просто будет потом их выбросить. Ой, ты думаешь, я смогу? Может, ты сразу все скинешь? Ну дай мне тогда еще 2 зелья, остальные ты выбросишь. Ага, вот так, все, молодец. Надеюсь, у меня получится. Все получится, иди сюда за мной.
Так, я тебе предлагаю сделать это здесь, возле Эйфелевой башни, точнее под ней. Все, что тебе нужно, это просто брать по одному зелью так быстро, как только ты можешь, и выбрасывать вверх. То есть на нас двоих. И тогда нам двоим дастся вот этот, вот эта ачивка испытания. Так, ну все, тогда прижимаемся близко друг к другу. Смотри вверх, вот так, на счет раз, два, три начинаем выбрасывать все зелья. Ты готова? Подожди, подожди, а какой кнопкой выбрасывать зелье, правой или левой? Правой! Так, правая, это вот здесь, надо зажать сразу. Ага, все. Все, давай! Раз, два, и три, и поехали, Катя, выбрасывай, выбрасывай! Раз, все два, зелья, все зелья, три, все зелья, четыре! Да! Получилось! Энергетический коктейль сразу двоим нам дали! Так, подожди, то есть это мы можем и прыгать, и у нас и замедление, и вообще какая-то дичь происходит. Все, мы вообще, подожди, это получается, мы вообще бессмертные сейчас. Мы и под водой плавать можем, и регенерация, и прыгучесть, и невидимость, и мамина мама, и все остальное. Кошмар какой, почему мы раньше так с тобой не делали? Слушай, а там же есть еще одна ачивка испытать... Все существующие эффекты в Майнкрафте за одну секунду. 26 штук. Там нам нужно и иглобрюха вот это съесть, и маяк активировать на максимум, и притащить древнего стража, и потом, чтобы нас вот этот пустынный зомби убил. Короче, все существующие эффекты в Майнкрафте нужно за секунду испытать. Ага, но ты же, мы же не будем сейчас это делать, верно, да? Ты же просто так это сказал. Ну я тебе просто так сказал. Не, ну тебе же понравилось ачивки получать. Там же приятный такой звук вот этого взрыва. Я тебе предлагаю в следующей серии именно вот это и запердохать, а? Чё скажешь? Слушай, ну я согласна. Нужно дать вызов этому Майнкрафту. И что самое главное, если бы подписчики это даже в комментах не написали, мы бы даже не знали то, что эту ачивку можно выполнить, и то, что она такая прикольная. Конечно, труда на эту ачивку на целую серию у нас, но зато, ты смотри, какой результат в конце. Ну, зато теперь я знаю, что существует не 4 зелья, как я думала, а целых, блин, 13. 16, 16, просто мы 3 не использовали. А, да, точно, точно, вот 16 зелий, и я теперь все это умею, потому что ты мой лучший учитель. Мог бы быть, если бы сразу мне сказал об этом. Ну тоже верно. Ну по чем? Мне подписчики тоже сами не сказали. Хорошо, тогда проверка последняя. Какое зелье в Майнкрафте невозможно скрафтить, но оно есть в игре? Ай, ну ты бы еще чуть попроще-то спросил. Зелье удачи. Его можно только найти. Так его даже найти же вроде нельзя. Ну кто тебе это сказал? Это Маринка тебе такую тупость говорит. Так, Маринка, может, и говорила, а что, его даже найти нельзя, что ли? А зелье вот это удачи вообще можно найти или нет? Вопрос.